Первые итоги. В столице республики стартовала заявочная кампания по организации детского отдыха. Прием заявлений проходил в школах. Как и в прошлые годы, заявки на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря оформляли операторы через единую автоматизированную систему. Только в городских школах работали 250 операторов. В автоматизированной системе для Чебоксар было выставлено 5412 путевок, зарегистрировано 4376 заявлений. То есть в первый день заявочной кампании разошелся 81% путевок. При этом 77% от общего числа в первые два часа после того, как начался прием заявок. До 19 апреля включительно система будет по-прежнему открыта для чебоксарцев. А в субботу 20 апреля начнется запись в других муниципалитетах. На этой неделе в столичных школах операторы будут работать с 9 до 17 часов до пятницы включительно. Выдача путевок по оплаченным квитанциям в школах начнется с 6 мая.